Всем привет! С вами компания ЛБР и я Татьяна. С одной из новинок из Поднебесной вы уже знакомы. Сегодня мы хотим вам показать другую новинку завода Дево. Это ботвоудалитель. А данный завод специализируется на производстве техники для возделывания овощей. Специально к сезону уборки картофеля мы привезли ботвоудалитель Дево 4х75. Он четырехрядный. И данный ботвоудалитель пригодится под самые распространенные междурядие в России 75 сантиметров. Сейчас мы рассмотрим данный агрегат более подробно, не переключайтесь. Картофельный ботвоудалитель Дево усиленной версии приподнимает, срезает и измельчает ботву, равномерно укладывает остатки в междурядие. Агрегат рассчитан для работы по высокой и густой ботве. Для чего нужно механическое удаление ботвы? Во-первых, предварительное ботвоудаление облегчает ход уборочной техники, повышая ее производительность и срок эксплуатации. Во-вторых, это предусмотрено агротехнологией и обеспечивает укрепление кожуры корнеплода, что снижает повреждение клубня при уборке. Как следствие, плотная кожура картофеля продлевает сроки хранения урожая. И еще один плюс – увеличивается плодородность почвы за счет образования мульчирующего слоя от срезанной ботвы. Он имеет рабочий захват 3 метра и производительность 2,5 гектара в час, так что он способен удалить 20 гектар картофельной ботвы за 10 часов. Агрегатируется с тракторами от 90 до 110 лошадиных сил. Имеет трехточечную раму навески. Высота среза стеблей регулируется бесступенчато за счет опорных колес, опорные колеса и вертикальные винты для регулировки. Ботвоудалитель, кроме высокой производительности, обладает еще целым рядом преимуществ. Имеет прочную конструкцию и легко обслуживается. Фронтально открывающиеся капоты обеспечивают удобство осмотра, обслуживания и очистки ротора ботвоудалителя. Надежный редуктор и высокопроизводительная боковая трансмиссия с четырьмя ремнями и автоматическим натяжителем. Это предотвращает постепенное ослабление привода, исключает простои и остановки в момент уборочной кампании. Давайте посмотрим на вал. На нем установлены ножи из углеродистой стали. Именно благодаря им он работает даже на засоренных почвах, справляется с засохшей или высокой ботвой, а также может убирать ботву молодого картофеля. Качественное измельчение ботвы обеспечивает 164 ножа разной длины. Удаление ботвы картофеля происходит путем сбивания и измельчения ботвы ножами. При этом измельчение ботвы происходит не только на поверхности гребня, но и в междурядье. Это существенно снижает нагрузку на уборочные копалки или комбайны. Скорость вращения вала с ножами 1500 оборотов в минуту при частоте вращения вома 540. Установленные внутри рамы ботвоудалителя дефлекторы облегчают перемещение срезанных остатков ботвы вниз и предотвращают ее налипание и накопление внутри объема, обеспечивают усиление вентиляторного эффекта ножей и повышают эффективность скашивания. Такой вот серьезный агрегат приехал помогать нашим картофелеводам с уборкой. Мы уверены, что он станет незаменимым и серьезным помощником в вашем хозяйстве. Ведь по сути данный агрегат является копией европейских производителей. Хотите узнать цену? Переходите на наш сайт. Традиционно ссылка в описании к данному видео. Там можно узнать цену, также оставить заявку на покупку. А еще оставляйте свои комментарии к данному видео, если у вас остались какие-то вопросы. На этом у нас все. До новых встреч. А, стоп! И не забываем лайки ставить и подписываться на наш канал. Теперь точно все.